Трэп, не ношу дрэп, не курю крэк. Не продал ни один трек, никаких контактов нет. И походу Жеку не знает ни метод, ни рэп. Привет! Ну чё, как дела? Расскажи. Хорошо, как у тебя дела? Да чё, вот на самокатах только что покатался. Понравилось? Как ещё раз? Понравилось тебе? Я два раза не услышал. Понравилось тебе? Да понравилось, конечно. Ну рассказывай, как в Китае у тебя дела там в твоем? Все хорошо. Что, как прошла вчерашняя дегустация? Что-то слишком сложно. Да не грузись. Можно пить крутой чай простыми способами. Сейчас отправлю пару видосиков. Да я не грузился, и у тебя вот это... У тебя там, ну, у тебя утро уже, что ли, что-то темно, не понимаю. Понял. Я вот съезжаю чуть-чуть с качельки. Да, скоро совсем съеду. Смотришь? Ну, прощаться будем. Ну ладно. Я очень скучаю. Я тоже скучаю. Пока-пока. Пока. Привет. И сегодня пришло время заварить чай. И я покажу, как чай заваривается одним из самых популярных и традиционных способов. Способ заваривания так называемым проливом. Вы и часто услышите это слово где-нибудь в чайной, когда кто-то будет обсуждать, как он проливал тот или иной чай, и кажется, кто и что и куда проливал. А на самом деле пролив — это непосредственно вот такой способ заваривания, это такой чайный термин. И теперь ты с ним знаком. Но моя цель даже показать не сам пролив, не сам способ заваривания, а сам принцип заваривания чая, чтобы даже не обладая всем этим ассортиментом посуды у себя дома, ты смог заварить чай. По-китайски этот способ заваривания проливом называется пинча. Дословный перевод — что-то типа пробовать чай. Вот. Сейчас мы его и попробуем. И для этого будем использовать два традиционных и популярных сосуда для заваривания. Это традиционная китайская гайвань. Гайвань — такое слово. По сути, это чашка с крышкой и с блюдцем, иногда без блюдца. В ней можно заварить любой сорт чая, очень удобно, и из нее даже можно пить, как из заварочной такой кружки. Второй сосуд для заваривания – это китайский традиционный чайник. Ну, с чайником все знакомы, и в Китае первая непривычная характеристика – то, что они маленькие. Это все из-за того, что тут совсем другой способ заваривания, да. Они могут быть из глины, из такой, из другой, из керамики, неважно. Иногда даже из железа. Но сейчас нам это не важно, нам важен принцип заваривания. Принцип заваривания таков. В эту самую гайвань мы кладем примерно 10 граммов, 7-10 граммов чая. Но их не обязательно может быть 10, их может быть и 5, и 7, и 8. Я просто знаю, что сейчас нам хватит именно 10 граммов чая, поэтому пробую заваривать разное количество и разного чая, только тогда ты научишься определять, ну, сколько чая тебе нужно, чтобы было вкусно и была нужная крепость и нужное количество заваривания чая. Мы заливаем чай горячей водой, обычно 95 градусов, и после этого сливаем вот в этот сосуд, про который я сейчас расскажу. Зачем мы все из гайвани слили в чихай? На самом деле все логично и все просто в этом способе заваривания. Если бы у нас было много пиалок, примерно вот так, и мы сразу же из этой гайвани или из чайника заварочного разливали чай по пиалкам, то в первой пиалке логично был бы самый слабый настой чая, а в последней самый крепкий. Именно поэтому вот этот сосуд по-китайски называется чаша справедливости. Первая заварка традиционно не пьется, потому что весь более-менее качественный чай делается с применением ручного труда, и поэтому почти везде, даже в Китае, первую заварку промывают. Этим самым мы греем посуду, греем пиалки и можем полить какие-нибудь свои каменные любимые фигурки. Как видите, я почти не держу чай,
не завариваю его долго. То есть это первые заварки зачастую длятся 1, 2, 3, максимум там 10 секунд. Все зависит от того количества чая, который насыпан в заварочном сосуде, в гайване в нашем случае, и того, насколько крепкий вы любите пить чай. Как видишь, самое главное отличие в том, что мы завариваем много чая в маленьком заварочном сосуде, а не как мы в нашей простой русской традиции привыкли взять большой чайник, насыпать туда чая, заварить его до той степени, когда его невозможно пить, а потом разбавлять водой. Тут мы ничего не разбавляем, мы пьем чисто заваренный чай и таким образом видим, как меняется его вкус от заварки к заварке. И вообще мы видим именно сам вкус чая, чистый и натуральный. Принцип заваривания в чайнике ничем не отличается от того, как мы заваривали чай сейчас в гайване. Но есть некоторые особенности. Например, чайник сливает чай намного медленнее, чем это делало та керамическая гайвань, в которой мы заваривали до этого. Еще одна особенность чайника в том, что он имеет большую теплоемкость, поэтому зачастую в нем заваривают более темные чаи, пуэры, красные сорта чая, сорта чая, где содержится много чайной почки. Есть еще очень много нюансов при выборе чайника для чая, при определении его качества, но это уже не тема этого разговора. Сейчас я продемонстрирую, что принцип не отличается ничем. Точно таким же способом мы сначала промываем чай, а потом делаем несколько завариваний нужной нам крепости. Сейчас мы завариваем Шен Пуэр 2007 года, и в глиняном чайнике вкус чая будет раскрываться намного лучше. Да, и ты спросишь, почему так? На самом деле все просто. Чайники глиняные имеют поры, поэтому сохраняют тепло намного дольше, плюс они в основном толстостенные такие, и это тоже влияет на то, что тепло сохраняется дольше. Керамика же очень быстро остывает, и даже если ты наливаешь туда очень горячий 95-100-градусный кипяток, остывание происходит намного быстрее. Соответственно, чай заваривается в менее горячей воде, и это влияет на вкус чая напрямую. Почти во всех чайных местах, в чаепроизводящих местах, таким способом отбирают чай, заваривают, тестируют, дегустируют. Так дегустируют чай, когда приезжают какие-то закупщики выбирать чай. Мы же в наших российских реалиях не обязаны иметь весь спектр этой чайной утвари, чтобы вкусно заварить чай. Это можно сделать даже подручными средствами, которые есть у вас дома. Главное, чтобы был хороший чай и желание его пить. Что там? Мотор был? Шен так шен. Стоп, снято. Расходимся.